Вітаем вас! Гэта праграма «Дыяблог пра літаратуру». Вандруйце разам з намі па айчынным літаратурным свеце. З вамі Стэла Чыркова і я, Таццяна Сівец. Па-руску і па-беларуску адпаведна. Заходите на наш сайт dialog.by, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, присоединяйтесь к диалогу. Нам важно ваше мнение. Закаханные поэты и вандровники, готовые платить, каб только их выслухали. Так трапно зауважил Бенджамин Франклин. А вы, сябры, зауважали, як ваши знакомые прагнуть вам расповести про свою вандровку, ну, скажем, в Турцию, ти Египет, отпомстите им, расповедите, як вы днями вандровали по Вавилоне. Так, менавіта у старый добрый Вавилон нас запрашае сегодняшний гость Дыяблога про литературу. Наша тема – литературные вандровки. И наш сегодняшний гость – Михаил Володин, журналист, путешественник, писатель, автор необычного литературного путеводителя «Наш старый добрый Вавилон. Прогулка по городу в минских историках». Михаил, здравствуйте. Добрый день. Вас. Как только мы написали в блоге, что будем общаться с автором «Минских историй», нас просто завалили восторженными отзывами. Я вам процитирую один, его автор Эльмира Мураками, пишет, что мне интересен жанр литературного путеводителя. Я сама в путешествиях люблю полностью погружаться. Для этого обязательно учу слова на языке страны, читаю отзывы и туристические сайты. Если бы я писала книги, то непременно в таком жанре. Вот скажите, как у вас такая идея родилась? Скрестить сугубо практически туристическую информацию и такую вот художественную литературу? Ну, на самом деле, идея эта родилась задолго до «Минских историек», хотя «Минским историкам» уже лет 25, как они начались. Я писал и очерки о путешествиях, и, ну, вот книжка об Индии вышла в свое время, и структура путешествия, она ведь очень простая. Вот я здесь был, я это видел, я об этом говорю. Говорить они, которые можно. Пишут, тут был Вася. Да, тут был Вася. Ну, каждый они, которые книжки пишут, да, каждый, про это. Каждый по-своему. Каждый, один книжку, другой тут был Вася. Все зависит от того, кто такой Вася. Мы, это, можем, вот, это может быть как раз более ценно. От Васи все-таки же не путеводитель, не классический. Нет, конечно, это вообще никакой. Это структура книги просто. Структура книги, ну, вот есть место и время, да? Вот, вот это место и время рождает какое-то свое впечатление. Оно может быть изложено литературным языком, может быть языком репортажа, там, ну, и разговорным просто и так далее. Вот я, мы проходим, мы ставим крестики, мы здесь были, и я рассказываю просто об этих местах, как их структурировать. Можно ведь по времени, например, ну, скажем так. А вы зарабили иншим шляхом пошли. Так. А я пошел иначе, да. Я пошел, вот человек приезжает в Минск на вокзал, вот выходит из поезда, и раз его правда встречает, за руку здоровается один из минчан, Лев Николаевич Толстой. Ну, правильно, стоит и чекает там. Стоит и чекает, да. Вот. Все просто. И куда после? В университет, наши университеты. Угу. Там Эйнштейн нас ждет. Вот Альберт Эйнштейн тоже минчанин. Вот да, для тех, кто пока еще не читал книжку, объясните же, пожалуйста, почему и Толстой, и Эйнштейн все минчане. Ну, это прям почитать, конечно. Здесь, вот, вот в этом-то вся и хитрость. Потому что на самом деле в последней главе книжки это все объясняется. Либо я должен взять ее и прочесть вам, потому что в этом есть разница. Как раз тут был Вася, вот, написанная в книжке. Не, ну, это интрига, вот, интрига. Потому что, на, ну... Понимаете, какая вещь? Вот я, честное слово, не выдумываю. Буквально за несколько дней до нашего с вами разговора мне вдруг пришла в голову вот какая мысль. Мы все говорим, что Минск, вот там пол Голливуда из Минска, да, всем ну, это известно. Это я думаю, да? Так. И вот уезжают. Так, да, конечно, Минск город эмигрантов, безусловно. Вот. Но можно же назвать это иначе. Минск – город стартаперов. Вот. То есть есть люди… Хорошее слово. Хорошее, нормальное. Особенно в том контексте, что сегодня программисты представляют для Минска. Да? Вот. Дело в том, что есть люди, которые начинают, а есть люди, которые продолжают начатое. Вот. Занимаются рутинным трудом. Вот, как правило, вот эти… начинальники, стартаперы. И они все начинали тут, у Минска. Ну да, они проводили детство в Минске. Там, вот какой-нибудь там Луис Майер, например, да, создавший Голливуд. Да, да, вот. Или, скажем, Давид Сарнов, создавший там телевидение. Да, вот.
понимаете, то есть такие крупные, мощные фигуры, вот, они провели свое детство здесь. Это стартап. Родители вкладывали в них здесь. Господар Михаил, мне вот зараз хотелось пригадать слово Джеймса Джойса, який сказал, Рим нагадывает мне человека, который зарабатывает на жизнь тем, что показывает туристам свою небожчицу-бабулю. Думаю, сдается, в истории Минска так само есть, что откопать, кого откопать. Але я не сгадываю тех, кто этим бы займался и зарабил бы на этом бизнесе. Коли не вы это. Чему так отбывается, на вашу думку? Ой, это замечательный вопрос. Дело в том, что ну, вот такой как бы образ города, посмотрите название улиц, посмотрите памятник, который мы имеем, да? То есть материальный Минск, это Минск двух точек временных. Это Минск революции и Минск войны. Так. Вот. То есть совершенно не хочу обсуждать революцию и войну. Все понимают и знают, какую долю в истории города это, эти представляют. Но ощущение такое, что, собственно говоря, другого Минска и нет. Вот. А он и, есть. А он, конечно, есть. Да. Он, конечно, есть, потому что, как вот все мы втроем, у нас есть... Мы можем их не знать, наших прабабушек, прапрабабушек и так далее. Но они есть, иначе нас бы не было. А да? Чаму раней никто в этом не займался, не копал так глубоко, как вы? Хотя, сдается, могут даже, и все практически на поверхности. Понимаете, нет, наверное, это не так. Наверное, копают, есть имена известные вполне людей, которые историков, занимали... Историков, яких ведая да. 5 человек их коллег. Ну, тех, это тех, цикаво. Сейчас я бы сказал иначе. Я бы сказал, что сейчас вот маятник, который был отведен влево, он качнулся вправо, как у Бродского, да? Если раньше, ну, например, в мою юность, Минском интересовался, там, ну, условно говоря, я один, случайно, и мой дедушка, вот. То сейчас все наоборот. То есть сейчас у нас повалят. Жадный интерес к городу. Есть замечательный отзыв, вам понравится. Александр Шестаков пишет. Михаил Володин – уникальный человек. Я коренная минчанка, обожаю его историки. Они мне дарят минуты счастья и чувство сопричастности. Мне вот что интересно стало. Для кого ваша книга? Для туристов или для жителей города? Подождите секундочку. Дайте мне переварить. Ага. Это же, знаете, штуки как... счастья сразу. Да, да, да. Вот. Не, на самом деле я получаю много замечательных писем, но каждый раз вот, возникает какая-то чудесная связь. Я представил себе эту Александру Шестакову, как ей нравятся мои, наши минские историки. И она ходит с книжкой по городу. И она ходит с книжкой по городу. С чувством сопричастности и книжкой да. в руках. Нет, ну, действительно, отзывы потрясающе теплые. Вот, и это очень помогает. Я бы давно занялся дописыванием там двух романов, которые я не могу никак кончить. Вот. Но вот такие письма, они подталкивают, давай еще историки, живо. Но кто, вот. Кто? Все-таки туристы или жители? Кому они нужны? Ну, все значит, туристы в своем городе. Я задумывался о том, кто там покупает книги, да, кто о них пишет, кто. Есть несколько категорий. Есть вот эти молодые совсем мальчики и девочки, которые... Кто-то приехал в город работать и осваивает его, кто-то родился здесь и не получил от родителей никакой информации, хочет... Потому что батьки сами приехали, вы да. говорили, меньше мы. Очень большая часть – это люди, ну, скажем, моего возраста, среди них довольно много живущих за пределами Белоруссии. Это не обязательно в Штатах уехавшие, вот. Это и Сибирь. Я получаю письма, например, от каких-то там людей, осевших в Сибири, и они услышали о книжке, или им она попала. Вот. А минчане вообще существа очень нежные. Вот. Их вот чуть-чуть, ну что москвичи, питерцы, у них история, хотя тоже ее разрушают, мы все знаем, да, вот киевляне. Но им у больше них... досталось от трошки. Конечно, конечно, конечно. А нам осталось очень мало. Поэтому у нас пара вещей. Мы придумываем наш город. Мы придумываем образ города. Ведь все, что угодно, можно придумать, как хотим. Советский Союз, это был
Это был друг всех трудящихся, с одной стороны. Мы бачим это отбиток на нашем городе. А с другой стороны, мы знаем другие образы. Да? Точно так же мы можем говорить о нашем городе, что это город, который вот полностью разрушили, который не, он бездуховен там, и так Як далее. Як может быть бездуховным город, який, даруйте, створався всеми людьми разом? Все его, вот, все Беларусь будовали практически. Ну и не только, кстати, Беларусь. Ну, надо точно помнить, mm-hmm. что действительно приезжали люди отовсюду и вложили... Ковалочек души. Да, ковалочек души. Вот. И, а есть другой взгляд. Вот для меня, может быть, это уже какое-то, не знаю, какое-то отклонение. Я не испытываю боли о том, что, предположим, сейчас разрушают Осмоловку, собираются разрушить. Вот. Я знаю, что это во мне. Вот тот стержень, который у каждого человека есть. Вот колечко нанизанное. У меня не отберут. Я ходил на протяжении 6 лет в спортшколу, которая находилась в здании первой Минской электростанции. Вы знаете, около цирка. Да? Вот. Когда ее сносили, я ходил фотографировать, ну, не каждый день, но каждую неделю. Вот. И разрушали-то мое детство. На самом деле я занимался фехтованием, борьбой, фигурным катанием. Там вот, болело, все... когда бачили крыльбуровицы? Очень странное ощущение. Дело в том, что... Да, конечно, болело. Конечно, болело, но, не поверите, внутри была радость, что я все это помню, и у меня это никогда не отберут. Что я настолько хорошо, я помню эти коридоры, я помню этих людей, своих тренеров. Вот. У меня не отберут это мое. Ну, а для тех, кто не помнит, есть книжка, где вы заховали все-таки мне очень хочется передать не просто данные «родился тогда, умер тогда» или «построен тогда, разрушен тогда». Вот. А мне очень хочется передать, уражение, чем дышат стены. Эмоции. Да. И я, понимаете, я когда, вот, наверное, уже не тогда, когда я писал все это, где-то в середине, я придумал такую вещь. Человеку нужно обязательно подойти к стене дома. Вот я был в доме, где жил Бродский, например, в Нью-Йорке. Uh-huh. И поймал себя на том, что я подошел к вот этому подвальному помещению на Мортон-стрит и погладил вот так вот камни. Вот. Это было ощущение, что я поздоровался там. Да. Мне хочется, я пытаюсь писать эти историки таким образом, чтобы они были привязаны, они не материальны, но они привязаны к материи. Живым людям. Потому что вы пишете, так, это камени живые, они дыхают, они теплые, тому, напевно, столько уражений, столько приемных отгуков у читачов. Ось еще, например, наша интернет-корыстальница Мария Фесенко признается, докладно цитую, «Люблю, коли про город расповедать про истории людей, подей и свои уражения. А вы вот Минск, и не только Минск, иншие города, для себя особисто, про что открываете? Про книги некие, сябровские отзывы, расповеды, про интернет? Про одинокие шатания по городу. Самый лепший вариант. И просто наблюдение за людьми, за их лицами. А иногда в какой-то момент мне хочется просто подойти и спросить какой-то совершенно нелепый вопрос, например. Вот, а что у вас? Вы явно из магазина, а что вы несете? Да. Вот. Никто неадекватно не реаговал на это пытание? Нет. Дело в том, что, на мой взгляд, вообще люди общаются не словами. Люди общаются глазами, тембром голоса, люди общаются интонацией, поворотом головы. Вот. И я не помню ни разу, чтобы мне ответили, ты чё? Вообще, что здесь делаешь? Постоянная посетительница нашего блога Ольга Михайлов уже купила, прочитала «Минские историки», очень хвалит, но хвалит не только писателя, но и художника. Пишет, здорово поработал. Вот мы нашли в интернете видеопрезентацию книги, давайте посмотрим, потом там вопрос. А потом я поглажу Сережу Стельмашенко по горлу. Миру Минск. Слава. Такого Минска вы не видели. Наш старый добрый Вавилон, весь под одной обложкой, в историках Михаила Володина и рисунках Сергея Стельмашенко. Вот расскажите специально для Ольги Михайлов, которая так хвалит художника, как вообще этот творческий дуэт у вас сложился? О, этот творческий дуэт сложился, я не знаю, ну лет
50? Так, спокойно. Ну, можем дитя в садок раз. Я думаю, что лет таких 40 назад. Дело в том, что мы с Сережей познакомились. Я писал песни многие годы. Вот, был там несколько клубов авторской песни. Вот. А Сергей появился, но он уже тогда был художником. И он рисовал, например, эмблему моего там, аллеи АП. У меня было такое объединение. Вот, он его рисовал. Вот тогда мы и познакомились. А потом, был такой замечательный вначале бюллетень «Рабочая смена», а потом журнал «Парус». Вот. Значит, вот я там писал, а Сережа там рисовал. Вот. И я должен сказать, вот я сейчас Сергея буду гладить по шерсти, так как гладят меня, передам какой-то. Сережа человек абсолютно уникальный, совершенно. То есть работать со мной нельзя. Работать со мной, потому что ну, люди уходят после второй-третьей встречи, потому что я начинаю стучать кулаками по столу. Я... Сказать, что они ничего не разумеют, не, тем, не, что вы написали. Нет, избави бог, этого я не делаю. Просто я перфекционист, и если я вижу хоть какую-то мельчайшую халтуру, вот, я моментально реагирую очень жестко. Вот. А Сережа переделывал по 5-6 раз рисунки. Его привязывали? Я, да, он присылал. Мы работали только в сети. Да. Иначе он не выдерживал. Конечно, да. Именно это нас и спасло, мне кажется. Вот. Он присылал, я говорил, да, да, конечно, но... Вот. То есть то, что книжка получилась такой, я не знаю, какой процент его, но я считаю, что это пополам абсолютно. Вот. Он вложил... ничуть не меньше, чем я. Иллюстрации обсудили, художника похвалили, вас тоже похвалили. Теперь необычный вопрос. Постоянный посетитель нашего блога с ником Селена хочет узнать, почему в названии книги слово «историки», а не просто «истории». Как-то пренебрежительно получается, пропишет Селена. Или это такая ирония над своим же творчеством? Сколько мне раз задавали этот вопрос, сколько раз стучали кулаком по столу. Да вы не уважаете наш город. И свое творчество. Ну и свое творчество, конечно. Не уважать творчество. Да, творчество, да. Я на это отвечал. Первое предисловие было, там было так. Историю пишут историки. А историки пишут горожане. Они создают какие-то сюжеты небольшие, которые потом, если они достаточно яркие, их если ярко обработать, вот, хорошо... Они становятся частью истории. Но это не история. Это маленькие рассказы. Историки. Вот. И на самом деле, я думаю, что я придумал, сам того не желая, я придумал замечательный совершенно коммерческий ход. Потому что если вы в интернете наберете слово просто «историки», железно первая, вторая, третья, пятая, десятая и 150-я ссылка будет на мой блог. Да, то есть это не пренебрежительно и не ирония, а даже наоборот, это превращение коммерческий тренд ход. И бренд. Да, и трафик, да, опять же. Тренд, бренд и трафик – это может быть название романа вообще. Продолжение истории. Да, да, да. Не, боюсь, там будет некий рейтинг у этого романа после. А скажите, а вот у нас две книжки лежат, и они в разных колерах. Это так само некий тренд и бренд? Да, и трафик. Да, тренд, бренд и трафик, да. Смотрите, да, вот это новорожденное. Мальчик и девочка. Книжка для мальчиков. Синенькая. Вот она. Синенькая, да, да. И книжка для девочек. Коричневая. Ну, красненькая. Ну, красненькая, да, ну, да, красненькая, да. Ну, нехай. А да. Чем еще отрозниваются? Ну, как чем? Мальчики, ну, это не цензурированная самолетики. Лексика. А девочки, это все подцензурно. Да, это будем ведать, что ну, кому да. дарить. Главное не переблытать. Это важно. А вот читачка нашего блога с ником Ирен, якая читала все ваши интервью, користается нагодой, как задать свое особистое питание вам. Цитую, вы наведали не один тузин краин, а книги написали только про Индию и Минск. Чему так? Скажите, Ирен. Ой, наверное, потому что я лентяй. А, так бы вы про кожную стык, что, наверное, ну, не, да, действительно, нет, ну, Индия стоит отдельно в ряду, потому что я бывал там много-много раз, и я обошел ее, вот если открыть вот эту книжку, я сделал первое оглавление на карте, я действительно весь Индостан ну, вот так по периметру обошел и внутри полазил. Мне есть о чем рассказать. И очень многие, уезжая или едя, выбирая местом отпуска Индию, звонят в первую... Слушай, а составь маршрут. Я с удовольствием это делаю. А куда вы еще хотели поехать и все-таки написать книжку, не полиноваться?
Мексика. Я пишу так лениво, я был там трижды. Вот. И я, довольно много рассказов. Да, я хотел бы написать. Но это же такая штука, когда ты пишешь вот такую книжку, ты не пишешь что-то другое. То есть мне хочется уже возраст как бы такой, что хочется оглянуться назад. И мемуары написать. Не мемуары, но вот такую сквозную какую-то историю жизни, например. А нужны еще Мексика и Индия. И пятая книжка про историю. Вот, да, еще историки. Постоянная посетительница нашего блога Варвара Попова. Я ее немного знаю, она живет в Москве, периодически приезжает в Минск, как турист уже не один год. Вот она просит объяснить. Тут такое широкое обращение. Скажите мне, белорусы, и особенно минчане. Вы у нас сегодня за белорусов. И за минчане. Откуда и почему вдруг взялось это пренебрежительное отношение к городу, а в некоторых случаях и к стране? Богатейшая история у страны, и город красивейший. У вас даже спальные районы не выглядят унылыми, как в том же Питере или Москве. Но откуда это? Вот вы когда собирали истории, заметили, что минчане недостаточно любят свой город? Или Варвара преувеличивает слегка? Нет, тут дело вот в чем. Среди минчан можно найти любые группы, любые классы, сословия там и так далее. Ну, мне доводится общаться с другими минчанами. Я как бы... То есть я прекрасно представляю, о чем она говорит. И это... Достаточно распространено. Есть и такие, конечно. Да, конечно. Ну, во всем мире есть люди, которые там стремятся к высшему, есть люди, которые живут в своем там мире, и их ничего больше не интересует. Я не знаю, я не уверен, что в Минске таких людей больше, чем в Москве, чем в Питере. Есть много приезжих, которым просто нет до истории города. Они тяжело работают, они воспитывают детей, и пренебрежительного нет. Вот приведу пример. Одно из писем, которое запомнилось мне, я его довольно часто цитирую. Я не могу его найти. Получилось так, что человек, как я понимаю, лет между 30 и 40, он написал, у меня был такой календарь, где действующими лицами были коренные минчане, значит, трейдмарк, и гости столицы, трейдмарк. Вот. Ну и между ними, конечно, происходили какие-то коллизии. Вот. И он написал, вот вы с вашим минским снобизмом, значит, вы... Это уже... Нет, нет, все нормально. Есть какой-то снобизм тоже, наверное. Я вам должен вот что сказать, что я приехал, ну, условно говоря, там, из старых дорог, там, или из Молодечно, и я привез с собой двоих детей, и я читаю им вслух ваши историки, потому что они обязаны знать место, куда они приехали, и на чем они живут. То есть вот так, начал за упокой, окончил за здравие. А, да, все наоборот. Нет, да, получилось все наоборот, и для меня это письмо очень дорого, на самом деле. Мне не кажется, что у меня есть минский снобизм, хотя, конечно, я это не всегда сам чувствуешь. Вот. Но то, что вот человек даже, ему там что-то во мне неприятно, а он все равно то, что я делаю, он своим детям читает, да, это очень здорово. Значит, все правильно робите. И вот еще одна цитата у подтримку от Вольги Михалап. Цитую. «Для того, как Минск стал городом с богатой историей год про сто, починать треба просто зараз. История города с права руки, я уже хоров. Але где ж были те меньшуки 100 годов тому? 200, 900 годов? И они что, не створали историю? Не записывали, не хотели передать ее?» А почему? Тут надо сказать Ольге, что история есть. История существует, есть мемуары, есть... Вот я очень люблю, например, даже в Минске выходили книжечки. Почему про их так мало людей ведают? Только потому что они выходили тиражом там 200 экземпляров или 500 экземпляров. Остатним просто... не интересно? Тому и нет, город не ведают. Очень интересно, очень. Но вот смотрите, например, что происходит. Эти книжки, чтобы книжка окупилась, особенно сегодня, ее нужно издать там каким-то тиражом, ну, выше 1000 экземпляров, например, да, вот. Издатели не очень идут на это, да и минчане не очень платят, потому что интернет развивает чувство бесплатного, конечно, да, чувство бесплатного, вот. Поэтому, ну, вот мне в какой-то момент я очень хотел организовать фонд как раз по изданию, в том числе по помощи для издания вот таких вот книг. Все есть. То есть, если человек интересуется, ну, еще, ведь каждое поколение передает какие-то рассказы следующему. И рассказы, которые не часто не свои, а услышанные раньше. Вот я сейчас, меня разрывают буквально на части этими рассказами. Там 80-летние люди, им хочется поделиться.
Захавалась. Мне такое, я только успеваю записывать вот, или сохранять. Поэтому я не думаю, что... Просто Минск был провинциальным городом. Он был реально... Не надо преувеличивать его прошлое. Надо говорить, что он просто был началом истории человечества. Просто он был началом, и все. А так он был маленький город. Просто маленький центр сусвету. Да. Дякую вам, господар Михайло. Спасибо. Нагадую, што сённяшнім госцем праграмы «Дыяблог» пра літаратуру быў пісьменнік-вандроўнік Міхаіл Валодзін. Падарожжы вучыць нас больш як штосьці іншае. Часам адзін дзень, праведзены ў чужых мясцінах, дае больш за 10 год жыцця дома. Так казаў Анатоль Франц. Але пагадзіцеся, сябры, як прыемна вяртацца дамоў, туды, дзе вас чакаюць. Если вы хотите поделиться опытом, задать вопрос или предложить актуальную тему для следующей беседы, добро пожаловать в наш блог. С вами были Татьяна Севец и я, Стелла Черкова. До встречи! Будем вас чекать!